известный актер Владимир Вдовиченков постоянно откладывал визит к врачу, пока не вмешалась супруга. Она вызвала скорую. Врачи диагностировали у звезды бумера вертебро, базилярную недостаточность и порекомендовали срочно отправляться в больницу. Врач общей практики Алексей Хухрев считает, что не стоит паниковать раньше времени. Для того, чтобы составить план действий при таком диагнозе, для начала неплохо бы пройти дополнительное обследование, услышать несколько мнений профессионалов. Диагноз часто высосан из пальца. Врач считает, что есть недостаточность кровообращения. Все это надо рассматривать индивидуально. Надо обследовать человека, потом делать выводы. Нужно получить мнение еще одного специалиста, как следует пообщаться, а только потом принимать решение, поделился эксперт.